В прошлой передаче мы рассказывали о великолепном шоу под названием «Замок-призрак». Подобных по масштабу мероприятий еще не было в Магадане, однако все бывает в первый раз, а это шоу стало доказательством, что не всегда первый блин комом. Мы вовсе не хотим повторяться, только напомним основные моменты, а также поставим точку в этой красивой истории появления возможности отправиться в далекую страну. Итак, путевка в Египет – это главный приз для того, кто придет на праздник в самом необычном костюме. Правда, до момента решения, кто же окажется счастливчиком, зрителям предстояло наблюдать за развернувшимся на сцене и в зале действом. На протяжении 2 часов ведущие организаторы мероприятия в одном лице – Патриша Кристина Моррис и Кармен Катерина Колесниченко – испытывали пришедших ряженых на долготерпение. Однако это время вовсе не было скучным. Девчонки придумали сценарий, нашли актеров и устроили самое настоящее феерическое шоу. И вот то сокровище, которое главные героини искали, нашла пара в египетских костюмах. Они получили заветную путевку. Конечно, человеку свойственно не верить, а потому те, кто сомневался в существовании приза или думал, что выигравшие – подставные лица, сейчас могут вздохнуть спокойно. Мы представляем доказательства достоверности всего произошедшего, а также неподкупности жюри и организаторов. Надеялся на победу? Ну, вообще, как бы я надеялся на самом деле на победу. Правда, это все, конечно, случайно произошло. Я совершенно случайно купил костюм во Владивостоке, будучи в командировке. И буквально за день до представления я услышал рекламу по радио. Так и пошел. Ну, на самом деле, я шел туда с намерением выиграть этот конкурс. Ты рад? Ну, вообще, конечно, я рад. Такое бывает нечасто. Итак, настал заветный момент. Представители фирмы-спонсора вручают заветный приз нашему победителю. Вам слово. Победитель конкурса Андрей Баконь выбрал получить материальную компенсацию своему туру в Египет в размере 30 тысяч рублей, которому с удовольствием ему вручаем и призываем всех магаданцев и дальше принимать активное участие в этих прекрасных шоу, которые были организованы в Магадане, и пожелать им всяческих успехов. Мне бы хотелось выразить огромную благодарность Катерине и Кристине, благодаря огромной энергии которых, фантазии, обаянию произошло это событие, которые, действительно, я считаю, будут помнить очень-очень многие годы. И надеюсь, что они и будут впредь радовать нас, радовать своих друзей и знакомых, и всех магаданцев своими энергиями, мечтами, замыслами. Удачи вам, девчонки! Ради чего мы ставили этот спектакль? То, что мы хотели сказать этим спектаклем. У человека нет пределов. Человек сам себе рисует пределы. На самом деле, возможности человека безграничны.